южноиндийская красавица Каджал Агарвал вышла замуж за бизнесмена Гаутами Кичлу 30 октября 2020 года. На свадьбу Каджал надела красную лехенгу с золотым шитьем и соединила ее с дупатта с обрезанной каймой на голове. Красивый жених Гаутам выглядел щеголевато в белом шервани от Аниты Донхре. Теперь Каджал Агарвал поделилась несколькими прекрасными фото со своей свадьбы. На первой фотографии невеста и жених сидят в мандапе, и Каджал можно увидеть, как она нежно целует руки своего спутника жизни – Гаутамы. Каджал подписала снимок так. «И вот так, от господина к госпоже, я вышла замуж за свою компаньонку, лучшую подругу и родственную душу. Так рада, что нашла все это и свой дом в тебе». На другой картине можно увидеть, как жених и невеста совершают традиционный ритуал, характерный для их соответствующих этнических групп. В подписи Каджал кратко поделилась подробностями своей свадьбы. В Пенджабе встречают кашмирцев. Ее подпись можно прочитать так. «На нашей свадьбе в Пенджабе встречают кашмирцев. Мы просто должны были отдать дань уважения как Гаутаму, так и моим индивидуальным отношениям с Южной Индией». На свадьбе на Телугу «Джалакара Билам» означает «союз», «брак», «невесты» и «жениха». «Джалакара Тмин» и «Билам Джагери» превращаются в густую пасту и кладутся на тамалапаку, лист бетеля. Жених и невеста надевают его друг другу на голову, пока Пурохит поет мантры. Жених и невеста смотрят друг на друга только после завершения этой церемонии, и эта благоприятная церемония означает, что пара останется вместе в горькие и сладкие времена. Третья картина – абсолютное потрясение, когда Каджал и Гаутам щеголяли своими свадебными ансамблями в царственных позах перед камерой. В подписи Каджал выразила мнение, что планирование свадьбы – это большой стресс, особенно во время пандемии. Она писала, планирование свадьбы влечет за собой так много движущихся частей, и вдобавок к этому пандемия определенно была проблемой. Однако мы строго следовали протоколам, что означало, что мы должны были провести очень скромную маленькую свадьбу. Проверили всех наших гостей, кто был частью нашего торжества. Мы очень благодарны всем нашим близким, которые смогли присутствовать. Фотографии Каджал Агарвал и Гаутама Кичлу Сад Фире были в тренде по всему интернету 30 октября 2020 года. На нескольких снимках пара сидела, держась за руки и слушая пандита Джи. И на других они держались за руки и брали фире.